Всем привет, с вами Максим и обзор ивентов на текущую неделю. Ежедневно в наградах нам будет приходить 3 свитка героических призыва и 150 алмазов. В круге призыва необходимо выбрать молитвенного героя. Вот здесь слева снизу есть плюсик, выбираете любого героя, которого вы хотите получать за свитки. А также, если вы не собираетесь тратить свитки, то выбрав этого героя и призвав его копии, например, из сундука, за каждую копию вы получите 4-звездочное снаряжение. Вот здесь в недельных заданиях есть пакет призыва. Выбранный молитвенный герой, который будет у вас появляться, будет давать вам фулл 4-звездочный сет снаряжения. Далее, в Дворце Вечности. Также, выбрав молитвенного героя, вы сможете обменять на него одного из последних 5 высших героев. Елена, Айламак, Натали, Бетти и Джистер. Выбираете копию этого героя, который вам не нужен. И здесь молитвенного героя делаете обмен. Обмен стоит 10 кристаллов. Эти кристаллы можно получить в Дворце Кристаллов. За каждые 400 потраченных свитков на этой неделе вы будете получать 5 вечных кристаллов. А если за донат купите ключик, то сможете открыть вот каждого из этих сердечек и получить еще дополнительно 15 вечных кристаллов. В баллах за призыв. За 200 потраченных свитков получаем пенни, а за 400 свитков вы получите вашего выбранного молитвенного героя. В обмене героев в алтаре забираем Елену или Джахру. Джахра, в принципе, обычный герой, нет смысла ее брать. Елену, если хотите, можете забрать. Я вот заберу. Копия Елены, у меня есть лишние камни, поэтому можно забрать. Переходим к специальным ивентам на этой неделе. Жуткие процедуры. В приглашении Бетти указаны задания, за выполнение которых вы будете получать сосуд для ритуальной крови. За каждые 10 потраченных героических свитков получаете один сосуд. Максимум 2000 свитков и 200 таких баночек. За каждые 50 VIP-очков, потраченных на этой неделе, вы будете получать одну баночку. Максимум 800, то есть вам нужно потратить 800 баксов на этой неделе. Пробудите душу героя один раз в храме душ и получите 2 сосуда. Максимум 25 пробуждений, то есть получите 50 баночек. При получении одного 5-звездочного героя из круга призыва за свитки, в круге создания, в синтезе фрагментов, то есть призвание 5-звездочного героя из вашего рюкзака, либо же из космоса превосходства, то есть во вратах королевств за ядра превосходства, вы будете получать по одну баночку, максимум 50 героев. Также несколько пробуждений можно сделать бесплатных, если вы накопили их в храме душ. Ну и потратить какое-то количество свитков, либо задонатить. Но это уже все на ваше усмотрение, смотрите сами, сколько очков вы наберете и какие награды вы хотите забрать. Переходим к наградам за эти сосуды. За 60 сосудов вы можете забрать 10-звездочную болванку, красный сундучок, сундук материалов, в котором можно получить ресурсы для строительства домов. Один из этих ресурсов. Например, 150 красных ящиков, либо 1 600 000 какого-то ресурса. Либо скин для острова, для домов одного из арендаторов. За 120 баночек получим артефакт, в котором есть зеркало. Либо флаг со 100 перьями, либо 150 тысяч эссенций для роста дерева, либо же арбуз с сублимациями, в которой содержит 90 тысяч. То есть можно 2 сублимации прокачать какого-то навыка. За 125 баночек можно получить одну из наград, в которой есть ядра. 50 фрагментов ядра, выбирайте сами. И 2 последние награды, которые можно получить всего один раз. За 170 сосудов и 320. Здесь можно выбрать только одну награду. Это либо радужные алмазы для разблокировки уровней судьбы. Либо осколки жил духов, которые используются для прокачки уровня судьбы. Либо арбуз. Либо во втором случае 2 сундука с выбором осколков ядра. Далее. Бои превосходства. Здесь нам предлагают провести бои с Бетти, а также Вулканом, Елена, Айламак, Джистер и Натали. Проведя бои с этими героями, вы получите дополнительные награды. Бетти может быть
либо на вашей стороне, либо на стороне противника. Указанные герои могут находиться либо у вас в команде, либо в команде противника. Проведя вот бой с этими указанными героями, которые есть в команде, в бою, вы получите награды. Последние награды — провести 10 боев с кровавой Бетти. Это она должна находиться у вас в команде. И последняя награда — 100 перьев. Выполните бой с перечисленными героями превосходства. Вот здесь указаны 12 героев. Они должны находиться в бою, не обязательно в одной команде. И проведя бой со всеми этими 12 героями, вы получите 100 перьев. Для того, чтобы вы смогли получить награды, вот эти первые 5 штучек, фрагменты 5-звездочных героев, а также 5 ядер, я запустил кликер. Введя указанный идентификатор 32 57 98 43 55, отправив запрос, кликер через определенное количество попыток добавит вас в друзья, и здесь появится мой твинк, у которого есть последние 6 высших героев. Возможно, при выходе этого видео появится некоторая очередь при добавлении друзья, потому что многие ребята любят халяву и хотят награды. Поэтому пробуйте периодически добавлять в друзья. Кликер раз в минуту добавляет в друзья, поэтому придется какое-то время подождать. Кликер будет работать всю неделю, то есть не обязательно прямо сейчас ломиться. Можно чуть позже, там, завтра, послезавтра, через несколько дней отправить запрос, и кликер вас примет. Вернемся дальше к обзору событий. Фестиваль пробуждения душ. Здесь будут давать награды за пробуждение только Бетти. Бетти обычной версии и Бетти кровавый доктор. И последняя — донатная звездная эстафета. Задонатив определенное количество долларов, вы сможете получить указанные награды. Вся донатная цепочка выходит в 93 доллара. Донатные паки можно купить у Лисы. Ссылка на него есть в описании под видео. Обращайтесь, поможет с покупкой доната. Также появился специальный код с выходом Бетти Превосходства. Называется Барри09ИХ. Нажимаем обменять и получаем одно ядро превосходства и 777 гемов. Обычная халява. Ну и на этом все. В описании под видео также будет идентификатор твинка, который добавляет в друзья. Если вам видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну и всем пока.